Выключи, а. Что за сон ты мне прислала? Алло. Владка, это я. Тебя леопардовна уже поняла? Нет, я сама проснулась. А что ты делаешь? На голове стояла. Правильно. Я уже отстояла, я уже давным-давно на работе и даже не позавтракала. А что, леопардовна? Нас опять кинули на ржавые гвозди.
А по-человечески? По-человечески ладочкой не получается. Представляешь, эти собаки сверху, ну, женского пола, у них там трубу, как всегда, какую-то прорвало, в общем. И все книги плавают по библиотеке. А аварийка всех нежно, ласково очень посылает к чертовой бабушке. Ну, а Леопардовна, конечно же, сидит в своих креслах и спасается нюхательными солями. Слушай, а зачем она их нюхает, ты не знаешь? Не знаю. А может... Ладно, Светка, я уже выхожу. Угу. Давай. Сегодня отличная погода. Aujourd'hui, le temps excellent. Солнце и неветренно. Le soleil est non étourdiment. Le soleil est non étourdiment. В такую погоду у меня всегда хорошее настроение. Un tel temps chez moi toujours en bonne humeur. Un tel temps chez moi toujours en bonne humeur. Я дарю улыбку прохожим на улице. J'offre le sourire aux passants dans la rue. J'offre Я люблю кофе. J'aime le café. Я готовлю кофе по утрам. Je prépare le café au matin. Ко мне приходят друзья. Куда начать сон? Aujourd'hui. Это чашка. Антошка, пока. Угу. Очень хорошо. У вас все в порядке, да? Вам талончик. Хорошо. Один. Пожалуйста. Куда ночь, туда и сон. Что у нас? Все есть, проездной. Очень. У меня проездной. Ага, хорошо. Хорошо. Здравствуйте. Здрасте.
Светка, а что это так? Здрасте. Ладка, ну где ты ходишь? Леопардовна сказала, кто наврал, не выйдет, может считать себя свободным. Светлана Николаевна. Светлана Николаевна, ну что вы смотрите? Что вы стоите, моя дорогая? Нужно срочно спасать книги. Ой, Ольга Леонардовна. Что? А, Ладка, сапоги резиновые забыла. Лада Владимировна, вы забыли сапоги. Вы опоздали. Вы не можете помочь коллективу в трудную минуту. Что с вами сегодня? Qu'est-ce que c'est je... aujourd'hui? Vous me faites peur, madame. Ой, что это, вы совсем намокли, что ли? А вам, Светлана Николаевна, я бы рекомендовала после работы освежать свой иностранный язык. Вы забываете, что профессия библиотекаря это... Миленький, разве так можно? Это же книги! Знания, накопленные... Освежить. Я и помню всего-то. How do you do? Вот если бы она нам бабла подбросила, это другое дело. Где ты такой пошлости набралась? А я телевизор Светлана смотрю. Светлана Николаевна! Да иду, аж бегу! В этот раз не могло быть сомнений. На почте Троглавского креста казнили приговоренных низкого звания, казнили приговоренных, казнили приговоренных, казнили приговоренных. Кто положил сюда эти книги? Светка, ты? О ла-ла! Qu'est-ce que c'est cette manière? Не поняла? Лада Владимировна, будьте любезны, слезьте со стола. Вы в библиотеке. Сообщение, я обязательно перезвоню. Антошка, это я. Позвони, когда проснешься. Мне что-то тревожно на душе. Je t'aime. I love you. Я тебя люблю. Как Констанция Д'Артаньяна. Ну, Антошка! Что? Что, Антошка? Да хотя бы главу дочитай. Потом дочитаешь. Ладно, собирайся. Сейчас Степан приедет, а ты не собран. Нет, отдай. А ты в лесу дочитаешь? В каком таком лесу? В таком лесу. Мы же на речку едем. Кто это сказал на речку? Мы в лес едем? Нет, на речку. Нет, мы едем в лес. Нет, на речку. Кто в доме хозяин? Хозяин ты, но едем мы на речку. Нет, мы едем в лес. Вот не слушаешь ты меня, женщина. Хорошо, послушай, что тебе скажет Александр Дюма. Открываем книжицу нашу любимую, тычем пальчиком. Ты опять? Да, опять. Тычем пальчиком, слушаем. Нет, я не буду. Нет, будешь. Нет, будешь. Нет, я не буду. Ну как не будешь? Сейчас так будешь? Не буду и все. Я тебя уверяю, нет. Будешь. Вот послушай. Нет, я не слышу ничего. Вид у него был неприветливый, глаза маленькие, я но живые и проницательные. В лице было нечто напоминающее одновременно и куницу, и лесу. И куницу, и лесу, слышишь? Нет, я не вижу, лесных зверей, лесных. Большое вам спасибо, мэтр Дюма. Гран мерси. Так что, мы едем в лес? Как нет? В лес? Ладка, имей совесть, давай помогай. Светка, не бери, это меня, это Антон! Библиотека? Здравствуйте, это из милиции. Я же говорю, не бери, это меня. Антошка? Ну вот, сорвалось. Это Антон? Это тебя из милиции. Откуда? Ну зачем ты брала? Ну видела же, что я бегу. Ладка, да что ты паришься? Ну прям. Перезвонят. Это, наверное, ментов хотят нагнать читалку, конституцию изучать. Алло? Здравствуйте, это Лада Владимировна Ковалева? Да. Майор Клименко, 25-е отделение милиции. Не могли бы вы срочно приехать? Зачем? Ну, хорошо. Будьте на месте, за вами заедут. А что случай...
Лада Владимировна, его, по всей вероятности, выбросили из машины, судя по следам, которые мы нашли. Самое интересное, что не тронули его ценные вещи, документы, деньги. Все осталось в его личных вещах. Если хотите посмотреть, они там лежат. И еще, Лада Владимировна. У нас не курят. Извините. В общем, у него очень сильно обезображено лицо, поэтому давайте попробуем хотя бы опознать тело. Я не могу. Где здесь выход? Мне нужно... Лада Владимировна, подождите, можно вас секундочку? Лада Владимировна, это просто надо. Что вы делаете? Что вам от меня нужно? Зачем вы меня сюда привезли? Отвезите меня обратно. В чем дело? Объясните мне, в чем дело? Что происходит? Все, хватит. Хорошо, давайте мы не будем спорить. Договорились? Постарайтесь вспомнить, были у него какие-нибудь особые приметы? Вот это можете вспомнить или нет? Шрамы, ожоги, наколки, зубы вставные были? Особые приметы? Мой Антошка, он весь особенный. Таких больше нет. Он удивительный человек. У него такой чудный характер, вы знаете. И он очень красивый. Вставных зубов у него, конечно, нет. Он еще очень молод. А у него родинки, как у всех. И у него татуировка есть. Да, под перстнем. Есть татуировка. И еще волосы у него очень красивые. Волосы мягкие, светлые. И у него удивительный характер. Он такой человек, если вы только знали. Я не могу просто больше на говорить. На правой руке кольцо белого металла в виде головы льва. Под кольцом татуировка, сделанная синими чернилами довольно давно, лет 12-15 назад. Это буква «Л». «Л-буква». Лада Владимировна. А я давно хотела спросить, что это за татуировка и кто это загадочная «Л»? Дурак был. Все делали, и я сделал. У нас в классе была симпатичная девчонка, Люда звали. Вот, тоненькая такая, тихая, светленькая. Я и сделал. Наверное, это знак был, что тебя встречу. Тебе нравится? Мадам, как договаривались, напомин души. Пойдем. Спасибо. Влад, мента надо пригласить. Что? Я говорю, мента надо пригласить на поминки. Так положено. Кто хоронит, тот и поминает. Ну да. Лада Владимировна, вы, наверное, очень устали сегодня. Вам нужно отдохнуть, а мы, пожалуй, пойдем. Лад, давай я помогу убрать. Лада Владимировна, можно вас спросить, а это вы, да? Вот это вы? Это моя бабушка. Да. Она была цирковой наездницей, звездой. А потом не смогла из цирка уйти. Пошла билетершей, а потом уборщицей.
А когда совсем старенькой стала, все равно ходила в цирк каждый день, как на работу. Интересная женщина. Она жива? Нет, она умерла. На кладбище тогда весь цирк приехал. В костюмах, представляете? Обезьянок привезли, собачек. Люди тогда столько хороших слов о ней сказали. Она была талисманом цирка. Луиза Браво. А в жизни Елизавета Андреевна. Она очень Латку любила. Родителей ей заменила. Так а что с ними случилось-то? Извините. Лада, давай я останусь, а? Не нужно, молодой человек. Лада Владимировна должна побыть одна. Ладочка, завтра можете не выходить. И вообще, держитесь. Держитесь. Да. Что-то не клеится у нас с вами, Лада Владимировна. Хорошо, ну давайте с самого начала. Давайте. Ваш муж Ковалев Антон Васильевич? Правильно? Правильно. Год рождения? 77-й. Не 77-й, а надо говорить в 1977-м. Потому что в нашем деле любая паутинка, любая пылинка может повернуть дело так, что потом... Где он родился? В селе Первомайское, в паспорте написано. Угу. Первомайское, хорошо. Кто были его родители? Родители кем его были? Я не знаю. В смысле? Чего вы от меня хотите? Я хочу от вас простого ответа на простые вопросы. Кем были его родители? Антошка был детдомовским. Он в детдоме воспитывался. Понятно. Хорошо. Тогда расскажите о своих родителях. Их у меня нет. Они погибли, когда мне было 3 года, в автокатастрофе. И чего, они тоже были циркачами? Нет, они были геологами. А где работал Антон? Фирма, торговая фирма. Название? Гермес Плюс. Гермес Плюс. Угу. Гермес. У него были враги? Я не знаю. Ну, а друзья были? У Антошки? Была я. Извините, душно. Я сейчас открою окно, вы не против? Ой, ужас. Вот это мой ботанический сад. Мои цветы. Выращиваю. Хе-хе-хе. Вот он мой любимый цветочек. Вася. Обещаю, что скоро зацветет. Все, жду, жду. А он не цветет. Ничего, подождем, когда зацветет. Ну чего, Лада Владимировна, что-то у нас как-то все немножко скуповато, правда ведь, да? Странно это все, очень странно. Почему странно? Очень странно все это получается, Лада Владимировна. Что именно? Ну, сведения о муже вы даете крайне скудно. Это очень странно. Получается, живы вы как на необитаемом острове. Ни друзей, ни врагов. Что ж тут странного? Мы с Антошкой очень любили друг друга. Нам никто не нужен был больше, понимаете? Ну, в общем, вот так. Ладно. Лада Владимировна, значит так. Вот листочек. Вот ручка. Проверить, пишет. Пишет, хорошо. Я вас сейчас оставлю, а вы мне напишите всех друзей, всех одноклассников, всех собутыльников, которых знал Антон. Хорошо? Пейте чаек, теплый. Я пошел. Пишите, пишите.
Вызываю дух Луизы Браво. Вызываю дух Луизы Браво. Вызываю дух Луизы Браво. Бабушка, ты здесь? Да. Луиза, мне сейчас так плохо. Что мне делать? Знаю. Что знаю, Луиза? Л. Ю. Б. Любовь. Любовь. Луиза, ты знаешь, кто родители Антона? С. М. О, Т, Р, И, смотри. На что смотри, Луиза? Видишь, видишь? Бабушка Луиза. Бабушка Луиза. Али. Оп. Оп. Знаешь? Ну как? Смотри. Ага. А вот это вот наша группа в детском садике. Видишь оттуда? Смотри, они все смотрят то куда, смотри. Подожди, а дай угадаю, где ты. Ну. Да? Ну попробуй, ни за что не угадаешь. Вот это вот фуражка не ты? Ну хватит. Сейчас, подожди, подожди, подожди. Сейчас не... Это мальчик вообще. Не мешай мне. Дай мне сосредоточиться. Давай. Сейчас. Так, сейчас найдем самую... Да никогда ты не найдешь. Ну как, вот эта самая красивая девочка, это ты? Нет, это Вредина Анжелка. Вот же я. Самая красивая девочка. Вот же я, вот. Слушай, я боюсь тебя расстроить. Что? Ну хватит, я была толстенькая. Меня называли Портосиком. Портосик. Портосик, да. Портосик. Так, о, тут я уже похудела. Заметно. Настоящая фотомодель. Нравится? А вот это какая-то незнакомая фотография. Странно. Ты не знаешь, откуда она? Антошка, дай посмотри. Антон, Антошка, пусти. Антош, пусти, пожалуйста, мне больно. Ты чего, Антон? Да что с тобой? Ты можешь объяснить мне, что происходит? Я не хочу, Лада, ничего объяснять. Почему? Я прошу тебя, оставь меня, пожалуйста. Почему? Лада, я прошу. Ну ты можешь... Лада, я сказал же тебе раз! Попросил ведь! Лада. Нет, я не Лад. Буду. Нет, это нечестно. Ты мне сделал прости, больно. Прости, я умоляю, не хочу ни о чем говорить. Прости, все. Прости, прости, Ладуся. Ты дерешься, прости, ты прости, против. Меня, прости меня, дурака, прости, я умоляю. Прости, прости, Ладуся. Ладочка, я просто не хотел об этом говорить. Ладуся, ну как мне извиниться? Ну что мне сделать? Ну что мне сделать? Ну прости, моя хорошая. Помнишь? Ты щеночка хотела, хочешь купим? Самого мордатого выберем. Такого нет, смешного. Не хочу еще. Смешно, лопоухого. Такого прям. Давай. Ну ты же хотела щеночка. Давай купим. Mm-mm. Почему? Потому что ты мой щеночек, и мне другого не надо. Я открою. Кто там? Кто там? Ой. Эй! Эй, стойте! Кто вы?
Что мне теперь с тобой делать? Господи, боже мой. Дрожишь. Посиди пока здесь. Так. Как тебя зовут? Откуда ты взялся? Если бы ты только мог говорить. Ах, вот ты где. А я-то думала, тебя потеряла. Тишина. Доброе утро, Ольга Леонардовна. Доброе утро, Лада Владимировна. Привет, Светик. Хай. Тебя такая собака. Боже, какой хороший. Собака, боже, кину. Собака, моя собака. Светик, зевая, зевая. Ты не знаешь, к чему клоуны снятся? Уши какие. Слушай, ну это плохо, плохо, уши. Сексуальные сны всегда не к добру. Собака. Извините, Ольга Леонардовна, мне некуда его деть. А одного дома оставить я его никак не могу. Он, видите, какой маленький. Он будет плакать. А я знаю, что вас назвали в честь Ольги Леонардовны Книпер Чеховой. А Антон Павлович Чехов в письмах свою жену называл «моя большая рыжая собака». Поэтому я думаю, что вы не сможете нас выгнать. Откуда он у вас? Мне его Антон подарил. На месте происшествия обнаружен труп женщины.
Приблизительно 40-45 лет. Время можете сказать? Предварительно смерть наступила часов 12-14 назад. Видны ранения в область плеча. Также есть ранения в область шеи. Видны следы борьбы. Труп лежит на животе. Здравия желаю, товарищ полковник. Привет. Что у тебя? Похоже на старый знакомый. Опаньки. Закончили. Можно переворачивать. Так, тело перевернуто на спину. Это прошлогодняя съемка с места, где была обнаружена последняя жертва. Характер нападения всегда одинаков. Раны наносились острым, колюще-режущим предметом в область лица, шеи и груди. Насколько я помню, это повторилось в одно и то же время года, да? Так точно. В первых числах мая. Засекли мы его первый раз 7 лет назад. Слышь, Петь, а как там Наташка? У мамы своей. А Васька? Ну, с ней, а с кем еще? Вы же знаете. Чего спрашиваете? Ну, я же тебе отпуск дал. Отдохнул. Угу. В Гаграх, спасибо. По коньячку? Я не пью. Ну, я же тебе не предлагаю. Владимир Ильич, я вообще не пью. Это тебе хорошо. Конечно, хорошо. Здорово просто. Очень хорошо, Петр Алексеевич. Угу. Вот это дело теперь клоуна я поручаю тебе. Че, поменьше там не было, что ли? Есть побольше. А что я с делом-то? Какие-то новые обстоятельства, что ли, открылись? В управление пришло новое начальство. Ну, вчера меня вызвали. Как это тебе сказать? Устроили сауну, недораскрыл и всякое такое. Ну, сам понимаешь. Понятно. Когда труп-то последний был? Последнее убийство датировано 5 мая прошлого года. А в этом году, слава богу, все спокойно. О чем это говорит? Это говорит о том, что клоун не выходит на охоту, либо вообще прекратил выходить на нее. Что-то я смотрю, вы все трупы с клоунскими носами, что ли? Вот уже 7 лет. Раньше были похожие случаи, но без носа. Ставить их в одну цепочку или нет, решать нам с тобой. Ищите, майор, ищите. Маньяки, Петр Алексеевич, не прекращают вообще. Хорошо здесь у вас. Зелень так. Антоша, Антоша, ты где? Антоша. Ну, где ты? Антошечка, ты где? Душечка, ты где? Ну, ну, давай, рассказывай. Рассказывай. Чего ты прячешься? Ой! Ой, Антошка, ты куда? Стой! Не сомневаться, что в самом ближайшем будущем сыграет со мной какую-нибудь скверную шутку, потому что Травиль никогда не угадаешь, что у него на уме, но нужно спешить. Нужно спешить. Алло, Степа, это я, Лада. Ты где? Степа, нам нужно встретиться. Нет, это срочно. Степочка, нужно спешить, понимаешь? Нужно спешить. Говори адрес, я сама тебя найду. Что? Зимняя 6, хорошо, не волнуйся, я запомню. Зимняя 6, да, да, Степ, хорошо. Зимняя 6, зимняя 6, зимняя 6.
кто-нибудь? Хозяева! Степан Степанов, у вас? Эй, есть кто-нибудь? Эй! Чего орешь-то? Тут не глухие. Здрасте. Извините, пожалуйста, мне Степан Степанов дал адрес, Зимняя 6, но я что-то не пойму. Не принимаю я после обеда. Иди с Богом. Нечего голову морочить. Нет у тебя никаких проблем. Дома у тебя кто-то некормленный. Да, да это щенок, но его Светка покормит. Да, а вы откуда знаете? От верблюда. Щенок. Ну-ну, господи, прости. Ой, подождите, подождите, пожалуйста. Я хотела спросить, это ваш дом, Степан Степанов, у вас или... Сказала тоже мой дом. Мой дом вон, а где? А тут мой офис, где я вас принимаю. Никто не хочет сам о себе побеспокоиться. Все ко мне так и прут, так и прут. На чудо надеются. И топтали все. Ой. Сейчас, сейчас. Ок. Да, да, это баба Маруся. Владимир Владимирович, сегодня не могу. Завтра приходите. Да, пока. Привет. Ой, привет. Баба Маруся, это Лада. Да, я Лада. Ну, я тебе говорю. Ладно. Хорошо, что без машины. А то соседи меня уже выселять собрались. С утра пораньше целый автопарк клиентов собирается. Да боятся со мной в открытую связываться. Вдруг порчу наведу. А вы можете? С того живем. Ну, что стало? Не стой, а то упадешь. Что ты здесь делаешь? Что и все. Чудо хочет. Я ему пообещать пообещала, да не знаю, смогу ли. Уж больно сложная задача, невыполнимая. А ты его ни о чем не спрашивай, он все равно тебе не скажет. Даже если знает, не скажет. Не надо ему это. Где мы, Степа? Это только глупый человек знает, где он. Он думает, что он здесь, близко. А он далеко-далеко, за синими морями, за зелеными лесами, на славном острове Буяне. Есть святой океан моря, на том святом океан моря стоит остров. На том острове растет дуб булатный. Перестаньте, пожалуйста, Степ, ну скажи. Слушай, булатный хора, булатный крутого дуба, ветра не загнет. Степ, ну скажи, что не надо это все. По дубу булатным кузов ярости. Перестаньте. И сидит на дубу том веселый. Прекратите, пожалуйста. Голову поднимает и весело поет. Ну вот, говорила, не стой, упадешь. Вот и упала. Слушаю. Майор Клименко. Кто-кто, не расслышал? Я говорю, майор Клименко. Да, ага, не узнал, да? Слушай, заварка есть у вас? Да, закончилась. Нет, да? Когда вам надо, у меня всегда есть. Как только мне надо, у вас нет. Достанем обязательно. Слушай, значит так, мне нужно проверить место рождения одного мистера Икс. Так. Запиши. Село Первомайское. Какое? Первомайское. 77-го года. На 1977 год, да? Да. А тебе что, запрос 1800 приходит, да? В нашем деле не должно быть ни малейшей. Все, отставить. Отставить, я тебе говорю, все. Что-то проверить надо. Значит, пиши давай. Фамилия? Так. Ковалев. Как? Ковалев. Антон Васильевич. Ковалев? Да. Записал? И нужно позвонить еще на эту фирму, где он работал. Как называется? Как называется? Сейчас скажу. Гермес Плюс. Гермес Плюс и что? Да. Ну, узнай. Как работал, кем работал и вообще. И вообще? Да. Особое внимание обратить. Так, на все, хватит. Хватит, говорю, отставить. Блин. Научил на свою голову. Ну, чего, Петр Алексеевич? Приятного вам аппетиту. Thank you.
Алло, Светка, Лада, привет. Лада, ты куда пропала? Я чуть в розыск не подала. Чего молчишь? А где щенок? Не волнуйся, он ночевал с вахтершей в библиотеке. И вообще с ним все нормально. Он поел, поспал, пописал три раза и сейчас играет с Леопардовной. С кем? Ой, даю трубку Ольге Леонардовне. Лада Владимировна, вы можете не волноваться. Ваша собачка хорошо себя чувствует, даже слишком. Это здоровый, энергичный пес. Из него вырастет настоящий друг человека. Лада Владимировна, когда вам снова понадобится в милицию, можете смело оставлять щенка в библиотеке. Мы тут его зовем Дон Сезар де Базан. А как вы его назвали? Антошка. А, но... Хорошо, Ольга Леонардовна. Да, я скоро буду. Алло? Алло, Антоша, это ты? Алло? Алло, Антоша, ты меня слышишь? Ты где, Антоша? Меня к себе вызывал следователь Клименко. Все спрашивал про Антошкиных друзей, врагов. Угу. Я назвала твою фамилию, наверное, тоже вызывать будут. Про родителей спрашивал. Ты, кстати, ты не знаешь что-нибудь про Антошкиных родителей? Кофе получился. Может, что-нибудь слышал? Может быть, он что-нибудь тебе про них рассказывал? Понимаешь, я мало что об этом знаю. А он не любил об этом говорить. Стёп, Стёп. М? Посмотри, пожалуйста, вот мне кажется, что это его родители. И вот это вот маленький Антошка. Только написано «Село Веселое». Антошка родился в Первомайском. У него в паспорте написано. Странно. Ничего странного. Фотография как фотография. Нет, странно то, что я ее искала и не могла найти, а сегодня она сама появилась и возникла вот эта вот надпись веселая. Ее тут точно не было. Я хорошо помню, потому что мы с Антошкой из-за этой фотографии ужасно поругались. Ну чего ты не ешь? Не знаю. Что случилось? Ну, хочешь, я с Марусей поговорю? Она тебя полечит. Я сама справлюсь. Да, ты же мне не сказала, зачем ты к ней ходил? Да, я малость прихворал. Она обещала помочь. Да, веселая, веселая. Не слыхал даже такого. Да, майор Клименко слушает. Здравствуйте, Петр Алексеевич. О, здорово, я. Здорово. Такой нет особо нигде, не значится Ковалев. Как не значится? Ну, так не значится, в Первомайском подожди. Краше нет записи. Секунду, секунду. Это что получается, что в записях Первомайского ЗАГСа факт о рождении Ковалева Антона не зафиксирован, так да, что ли? Не зафиксирован, в Первомайске это точно. Не, ну это странно получается. Странно. В паспорте это же явно указано, это место рождения. Да странно тут, это темное дело, странно. А, понятно.
это точно. Ну да, ну да, конечно. Слушай, а что там по поводу Гермеса? Какого Гермеса? Ну, этой фирмы-то. А, Гермес Плюс. Нет, нет такой фирмы. Нету? Нигде, ни Гермес Плюс нигде не числится. Ага. Проверили. Ну да. Хорошо. А детдом? А, тут все нормально. Ну ладно, ну слава да, богу, да, что есть. Хоть. Все, да. Верно, есть детдом. Ну, конечно. Ну, давай, ага, спасибо тебе, спасибо да, большое еще, давай. Да. Петр Алексеевич, можно? Смотря что. Кое-что можно, а кое-что и нельзя. Ну и чего? Как наш Браунинг? Винчестер, Петр Алексеевич. Так, у меня компьютер будет работать, нет? Так я ж по этому поводу и пришел. Ставить? Так что ты встал, заходи. Готово, Петр Алексеевич. Хорошо. О, что там? Тут вам мыло пришло. Какое мыло? Ну, письмецо электронное. Открывать? Не надо. Брысь отсюда. Спасибо, Костя. Да не за что. Сами откроем. Да все, я пошел. Пока. Иди, Кость, иди. Вот тебе и Винчестер нам. Серега, давай! Да ну! Да сюда давай, ну! Ну сюда! Опа! Молодец! Молодец! Да, это наш. Что-нибудь случилось? Я бы хотел, чтобы вы рассказали о нем. С ним была... довольно странная история. Впрочем, у нас детей с простыми и ясными судьбами не бывает. Почти каждый тащит на себе груз пережитого. Мы, конечно, стараемся отогреть, выучить, вылечить. Но не каждому найдешь подход. Что вас конкретно интересует? Все. Практически все. Как учился, с кем дружил, с кем не дружил. В общем, все. Вот, посмотрите, пожалуйста, пока. Это выпускное фото их класса. Угу. А я пока попрошу найти документы. Я не помню все подробности. Танечка, попросите, пожалуйста, зайти ко мне Ковалева Антона Васильевича.